Так, коллеги, вот сейчас давайте проверим звук. Да, тут у меня почему-то выключился передатчик. Так, вот сейчас должно все работать. Теперь уже, если все заработало, тогда поставьте плюсик. То есть я вот все проверил, почему-то выключился передатчик, может там кнопочка нажалась. Сейчас, по идее, все должно работать. Так. Все окей, плюсик, отлично, все заработало. Итак, еще раз повторю то, что говорил, это вот стандартные наши вещи, что ссылка на рабочее пространство у нас будет скинута в конце нашего мероприятия, туда мы скидываем все эти сделки и потенциально интересные тренды, которые возникают на рынке, поскольку мы говорим о трендовой торговле и говорим о двух моделях, в разрезе которых мы рассматриваем движение на рынке. Также мы учитываем фундаментальный анализ. В данном случае нас пока что интересует сам факт наличия важных новостей, и мы понимаем, что они могут дать большую волатильность. То есть мы их воспринимаем как достаточно рискованный инструмент, ну, даже лучше сказать, рискованное событие, которое происходит на финансовом рынке. То есть, когда выходят новости, а я напомню, что у нас в четверг, это очень важный день, выходят ставки по Британии, и в пятницу выходят нон-фармы. Классически, как всегда повторю, что тренды формируются до выхода важных новостей, и, соответственно, мы на эти тренды закладываемся. Когда уже непосредственно новости выходят, мы активно управляем позицией. Наша задача сделать так, чтобы мы не потеряли, если прибыль уже есть, то есть не потеряли прибыль и не получили убыток, если вдруг мы, ну, еще рынок не развил нашу позицию в нашем направлении, мы не должны потерять больше, чем стоп-лосс. То есть всегда нужно подвигать стоп-лоссы, когда выходят важные события. Ну а теперь посмотрим, что у нас происходит с точки зрения развития тренда. Евро-доллар радует. Как раз вот в пятницу НФП. Еще в понедельник мы сказали о том, что тренды происходят заранее, это уже для нас не секрет, мы это уже множество раз видели. И вот сейчас мы видим, что евро-доллар продолжает свое восходящее движение, есть коррекции, которые возникают, и эти коррекции как раз нас интересуют с точки зрения нашей первой трендовой модели, консервативной, ленивой, которая как раз носит название ленивец. Что у нас произошло за текущий период? Вот вчера у нас не было обзора, и сегодня как раз мы уже более такие развернутые движения можем увидеть, проанализировать. Когда мы с вами последний раз встречались, мы с вами отметили вот эту коррекцию. Напомню, что в рамках этой модели нам нужна коррекция на тренде. Если вдруг кто-то сейчас первый раз нас смотрит, то вот в конце я скину ссылочку на наше рабочее пространство. Там есть описание модели. Модели несложные, трендовые, поэтому нам нужен тренд. И вот в данном случае, чтобы зайти по тренду, нам нужна коррекция и далее непосредственно пробой этой коррекции, то есть возобновление тренда. Вот смотрите, мы эту с вами линию отметили, у нас получается три максимума было, потом вот здесь цена еще приходила, ну, буквально хвостиком чуть-чуть кольнула, не дошла даже совсем немного, но это будет зависеть от того, как мы линию рисуем. Кто-то вот там чуть выше, чуть ниже, но вот мы вот как ее оставили на графике, так, собственно, она у нас и осталась. Далее я вот ее немного правее вот сюда вытяну, чтобы показать вот это касание и показать вот этот пробой. То есть фактически пробой данной линии происходит вот здесь. Происходит он не очень, так скажем, гладко, то есть у нас есть стоп-лосс за минимум, который располагается, ну, который предшествует пробою. Вот у нас в данном случае даже, в принципе, сформировался некий канал. Ну, кто-то вот так, может быть, отметить, кто-то вот так. Ну, то есть в любом случае есть вот такая формация, она получается у нас больше такая сходящаяся немножечко, то есть не параллельный канал, но в данном случае это не имеет значения, поскольку мы смотрим коррекцию по максимуму. Стоп-лосс у нас получается вот здесь за минимум. Это у нас 100, ну, где-то я в пятизначной, да, 182 пункта, минус 182, это стоп-лосс у нас потенциальный. И далее цена идет
немного в нашу сторону, потом против нас, но вот благо получается, что она не доходит до стоп-лосса. На расстоянии стопа она в нашу сторону не прошла, поэтому стоп-лосс мы не передвигали. И потом вот после этого падения, кстати говоря, мы тоже его отметим. Это у нас получается аббревиатура MAE, MAE, то, что называется, то есть движение против нас после того, как мы вошли. Это очень важный показатель, который говорит о том, какой реально убыток мы могли получить. То есть вы помните, да, что есть максимальный теоретический риск или максимальный теоретический убыток, и есть реальный риск или реальный убыток, то есть вот минус 156 пунктов цена ходила против нас, потом уже пошла выше. Далее вот мы видим, что тренд пошел вот сюда, порядка вот 600 пунктов мы сходили. То есть относительно небольшая величина, но вот тоже после нашего обзора я все вот наши соотношения 1 к 2, 1 к 3 сюда выброшу, 1 к 4, да, то есть мы эти соотношения отмечаем и понимаем, что мы в любом случае по данной модели должны взять, ну, минимум 1 к 2. Дальше уже идет управление позициями, то есть можно распределять выходы, то есть 1 к 2 часть позиции закрыли, 1 к 3, 1 к 4. Ну, естественно, стоп-лосс без убыток, когда цена проходит величину этого стоп-лосса в нашу сторону. То есть вот, если говорить 182, это как раз где-то вот здесь мы, вот на этой свечке приставили стоп без убыток, мы обязаны сделать так, чтобы больше не потерять. Ну и здесь вот это трендовое движение нас спасло. А в принципе, сделочка потенциальная, вот она достаточно четко вписывается в эту модель. И вот мы должны понимать, что именно таких движений мы ждем от валютных пар по этой модели. То есть вот такие движения нам нужны, и мы их видим, и модель призвана брать такие движения. Если происходит какой-то боковик вот на входе, то нас будет выбивать по стоп-лоссу, и эта коррекция не будет отрабатываться, и мы будем терять. То есть вот у каждой модели, у каждой стратегии есть те условия, в которых она, естественно, зарабатывает, те условия, в которых она теряет. Далее, что сейчас? Есть, вот видите, такой понижающийся кусок коррекции на восходящем тренде. Тренд у нас по-прежнему восходящий, да, напомню, у нас есть недельная, дневная, средняя, то есть 120 и 24 часа. Они подтверждают друг друга, сейчас тренд восходящий. Можем ли какую-то коррекцию искать? Пока, если вот мы захотим отметить здесь коррекцию, мы можем только вот такую коррекцию отметить. У нас здесь есть максимум вот этот. Я напомню, что максимумы по данной трендовой модели мы должны подтверждать индикатором MACD. Вот здесь у нас есть максимум, вот здесь есть максимум. Они подтверждены индикатором MACD. Поэтому данную коррекцию мы тоже можем себе отметить. Плюс здесь даже вот такой канал формируется. Так, секундочку, это не совсем то, что нам надо. Вот. Коррекция, вот канал. Вот так немножечко. Сейчас происходит... Так, секунду, вот канал. Сейчас происходит как раз пробой данной линии и откат. Стоп-лосс за минимум, который сформировался до пробоя, то есть у нас он относительно небольшой, в пятизначке 122, где-то пункт 12, в четырехзначке. Ну и, естественно, мы рассчитываем на то, что тренд будет продолжаться. Если не будет, то, к сожалению, здесь будет стоп-лосс, но в данном случае это в любом случае модельная сделка. Она вписывается в стратегию, мы не можем ее никак выбросить или отфильтровать. Далее, модель черепаха, то, что мы назвали, на основе канала Дончана или ценового канала. Здесь все достаточно более прозаично, просто продолжается восходящий тренд, который начался еще аж 27 июля. Помните, вот здесь были новости. Был пробой на новостях, мы, естественно, фильтруем эту свечку, потому что на новостях мы не торгуем, это не наш стиль, ну, по крайней мере, не в данных торговых моделях. Далее вот начинается восходящий тренд в рамках данной трендовой модели. Сначала цена показала 1123 пункта, все в пятизначной системе, естественно. Показала данный максимум, потом пошла против. В этом тренде, что самое хорошее, и тоже хочу подчеркнуть это, на то, что мы уже неоднократно повторяли, прибыльные сделки не показывают убыток, то есть они не идут против нас на большие величины. Обратите внимание, здесь вот у нас
системная сделка, то есть по торговой стратегии вот начинается тренд. Если мы реализуем данный вход, а реализуем его уже непосредственно по закрытию, просто в силу того, что это новости, обычно мы реализуем по касанию, но вот я поэтому вот так вот два прямоугольничка ставлю. И в этом случае мы видим, что цена не ходила против нас. Это очень хороший показатель сделки. Любой сделки, в любой трендовой модели, даже не трендовой, это очень хороший показатель. Его всегда нужно держать в уме и, ну, в принципе, анализировать. Если трейдер его принимает во внимание, то он в любом случае свою торговлю сделает лучше. То есть получается, что цена, видите, просто пошла наверх, и все последующие закрытия в любом случае в прибыльной области. Но очень психологически комфортно держать эту сделку. Ее можно подольше подержать, потому что она не несет убыток. И вот смотрите, мы отметили 1904 вот здесь. Это просто максимальные показатели прибыли. Вряд ли мы их, как говорится, возьмем. Ну, просто в силу того, что очень сложно увидеть максимум. Его видно только уже постфактум. И дальше вот цена даже еще выше ходила, то есть обновляет этот максимум. У нас получается, вот если непосредственно по модели, да, 1900, мы вот здесь 4, вот здесь у нас максимум 2259, то есть мы видим тренд, это как раз идет закладка на НФП. И в принципе здесь не было никакого намека на то, что, ну как не намека, вернее, а не было тренда, то есть канал у нас нижней границы тянется под ценой, его не касается, и в принципе у нас вон такой дотянулся. То есть даже если мы, ну, такие трейдеры, что вообще ничего не так не управляем, скажем, позицией, просто двигаем наш стоп-лосс, то мы его уже вон докуда додвигали, там больше полторы фигуры прибыли. То есть канал нас зажимает, заставляет все-таки со временем выходить из рынка. Но, что характерно, в рамках данной модели мы помним, есть цели. Цели уже все мыслимые и немыслимые по FIBA давно отработались. Уже можно про FIBA давно забыть. То, что мы ставим, даже про дивер, вот здесь мы говорили, у нас тоже дивергенция осуществилась. То есть, в общем-то, на меньших масштабах. Да? И сейчас просто стоит отметить, что у нас даже на... Так, сейчас вот H1, если мы, давайте посмотрим, есть ли у нас дивергенция на данном индикаторе. То есть мы в данном случае уже, смотрите, вот видим дивер по часовому масштабу. Это, в общем-то, ну не то, что совсем редкое, но такое достаточно интересное явление. То есть когда у нас уже на самом тренде присутствует дивергенция. Обычно мы смотрим дивергенцию на меньших масштабах, то есть 15-минутный график мы обращаем на него внимание. Напомню, для тех, кто, может быть, тоже первый раз к нам подключился. Вот у нас была дивергенция вот здесь. И мы вот здесь сказали, что да, возможен выход вот здесь. Если трейдер здесь вышел, никаких проблем, это был абсолютно нормальный системный выход. Все было сделано правильно, то есть нужно это тоже понимать. То есть, как говорится, не нужно себя корить, если вы вышли, забрали прибыль по стратегии, то ничего страшного не произошло. Следующий дивер вот здесь, тоже, если трейдер до этого часть, например, позиции закрыл, или может вообще не закрывал, то вот здесь уже дивер видит, тоже будет закрываться. Ну, а если трейдер совсем стойкий, то видя вот эту ситуацию, в любом случае вот здесь происходит фиксация, поскольку мы видим дивергенцию не внутри нашего тренда, а мы видим непосредственно на тренде, то есть на самом масштабе. Эти дивергенции, хочешь не хочешь, очень сложно игнорировать. Да, если тренд продолжится, ну, конечно, мы знаем, что он может продолжиться, рынок может любое движение реализовать, какое мы даже не предвидим, но вот такие сигналы очень сильные, и, в общем-то, если мы здесь выходим по диверу, фиксируя прибыль две фигуры, уже более чем достаточно, учитывая, что НФП скоро, и учитывая, что наша трендовая модель полностью себя отработала. Поэтому вот эту дивергенцию я оставлю. В любом случае, в дневник сделок ее занесем, потому что она является очень и очень серьезной. Ну, в общем, ты все, больше здесь, как говорится, ничего добавить нельзя. Даже, в общем-то, и говорить ничего не буду. То есть еще хотел там про канал, но это мы уже все обсудили. Вот такая ситуация. Евро-доллар восходящий тренд, дивергенция. Ничего не попишешь. Приходится, как говорится, убегать с рынка. Но в любом случае ситуация очень благоприятна. По евро-доллару развивается. И таких трендов по евро-доллару мы с вами давно не видели. Как вы помните. Далее. Фунт-доллар.
часовой график, тренд восходящий, но при этом очень волатильный. Вот последнее, вот второе тут, да, вот число. Вчера мы видели, что рынок опять начал показывать хороший восходящий тренд. Напомню, у нас ставки. И каким образом движения здесь развивались. То есть тоже посмотрим, что произошло за то время, пока у нас не было обзора за вчерашний день. Мы с вами отмечали вот эту коррекцию. Здесь был пробой, но вот видите, расстояние 266 отмечено стоп-лосс, тут у нас движение 471, то есть величина стопа прошла, мы ставим стоп без убыток. Ну и если, то есть я беру, так скажем, наиболее, ну, наиболее неблагоприятные события, да, то есть я не говорю о том, что кто-то мог закрыться раньше, то есть предполагаем, что если кто-то раньше закрылся, ну хорошо, значит заработал. Мы предполагаем, что здесь очень жестко у нас вот по безубытку вышли. То есть в любом случае риск мы убираем. 450, да. 1 к 2 здесь у нас не дотягивает, поэтому мы, ну, вряд ли так уж, глядя правде в глаза, выйдем раньше. Поэтому не будем, как говорится, делать тот выход, которого, скорее всего, не было. Ну, понимаем, что да, рынок не пошел в тренд, приходится выходить в нуле. Но, как говорится, считайте, если не потеряли в этой сделке, считайте, что заработали, да, то есть рынок, в общем-то, достаточно у нас агрессивная среда, и в этом плане нужно понимать, что нулевые сделки будут. Далее, что, смотрите, происходит, как интересно, вот здесь есть максимум, коррекция не оправдала себя, но при этом цена не пробивает нижнюю линию, ну, то есть имеется в виду трендовую нашу линию, трендовую среднюю, и даже, в общем-то, от нее отскакивает. То есть она получает своего рода такой поддержкой начинает выступать. Вот здесь тоже. Обратим внимание, какая динамика. Вот тут очень спорный момент. В каком плане? Что вот эта коррекция себя отработала, а дальше начинается коррекция большего масштаба. И не каждый трейдер, как говорится, в нее впишется. Я вот так вот ее тоже отмечу. Но еще раз повторюсь, что это скорее такой более образовательный процесс. Почему? Потому что это уже субъективный взгляд. Мы знаем, что эта модель имеет в себе субъективизм, то есть не каждый трейдер увидит то, что увидите вы. И поэтому мы стараемся, ну вот я стараюсь как можно больше, так сказать, разных ситуаций описать, но все равно видение у каждого разное, и вот гарантировать, что трейдер вот так коррекцию нарисует, нельзя. Но в любом случае мы стараемся это осветить, что вот у нас закончилась эта коррекция, это у нас 5-минутный график. Еще раз повторюсь, он такой краткосрочный не для того, чтобы мы торговали внутри дня, а для того, чтобы мы динамику видели, чтобы мы видели развитие тренда. Вот здесь у нас тоже уже на 15-минутном и даже, можно сказать, на 30-минутном, то есть коррекция большего масштаба сформировалась. И вот здесь у нас есть этот максимум, и уже вот эта коррекция реализуется вот здесь. То есть пробитие происходит вот тут, стоп-лосс происходит у нас, стоп-лосс ставится вот здесь, минус 386, он, видите, уже по значению больше. Ну, то есть имеется в виду, что масштаб больше и величина стоп-лосса больше. Уже далее, вот цена идет в нашу сторону, вот здесь, видите, 200, вот здесь против нас ходила реально на 230, MAE, минус 230. И после этого все-таки пошла в тренд, то есть вот у нас 455, и вот дальше пошла в тренд, вот здесь показывал максимум полторы фигуры, 1560, пока отметим, 1560. Эта сделка спорная, я ее отмечаю, наш дневник сделок заброшу ее. Почему спорная? Потому что не каждый трейдер ее увидит. Но поскольку мы, как говорится, в рамках этой модели отмечаем, даже видите, даже с часового она видна, да, вот эта коррекция. Поскольку в рамках часа мы отмечаем, то в любом случае нужно, так сказать, ее отметить, чтобы было понимание данной модели. Что ж, здесь пока все понятно, то есть она идет наверх, соотношение тоже вот эти 1 к 2, к 3, к 4 тоже отмечу, здесь сделка себя полностью реализовала, все, больше ничего не сделаешь, есть максимум, нужно ждать дальше коррекцию, пока ее не видно, пока ее нету. То есть есть вот тут максимум. Ну, тоже как по евро-доллару, если мы захотим, да, вот мы можем вот по этому маленькому максимуму тоже вот такую коррекцию отметить. Давайте ее оставим, посмотрим, как рынок у себя поведет у нее. То есть это уже вот после реализации вот этой большой сделки, то есть этого тренда, тоже такая вот коррекция вырисовывается.
не очень психологически комфортная, на фигуру мы отходим от средней, но оставим эту коррекцию для того, чтобы понаблюдать, как рынок себя поведет у нее. Напомню, что приближается новость, то есть нужно быть очень аккуратным, и уже, вот, как говорится, завтра день X, завтра мы уже, даже сегодня ближе к вечеру, мы уже не будем новых сделок совершать в силу того, что может быть повышена волатильность на новостях. Так, с фунтом, с этой моделью разобрались, дальше посмотрим. Модель черепаха фунт очень своеобразно себя ведет, очень размашисто, все-таки идет в тренд, то же самое. Вот здесь начался тренд, вот здесь тоже два прямоугольничка, вот реальное пробитие, вернее, так скажем, теоретический вход в том плане, что свечка на новостях, реальный где-то вот здесь. 653 в нашу сторону, не можем просто переставить, вернее, не можем сделать эту сделку убыточной, выход по нулям, в любом случае, если раньше не закрывались. Но дальше смотрите, что рынок делает интересно. 677 против нас. Далее пошел 1182 сюда в плюс, мы уже это отметили. Далее снова пошел против нас. Обратите внимание, нижнюю границу чуть-чуть буквально не доходит. И вот здесь снова пошел в нашу сторону. То есть получается, что вот этот трендовый кусок, он достаточно серьезный. Так, мы вот отсюда отмечаем. Ну, в принципе, давайте здесь тоже отсюда 1832. То есть трендовый кусок очень серьезный, но сомнительный с точки зрения, как реализовать вход. Ну, как? Получается, что он вначале показал такую волатильность, что трейдеры испугались и убежали с рынка. А потом где заходить? Потом только если на повторных входах. Повторный вход условно вот здесь может быть, но опять-таки плюс тогда уже 840, если по отношению к повторному входу, и опять против, то есть опять мы вынуждены выходить, если вот мы не берем здесь какую-то прибыль, там сколько-то пунктов, опять в ноль и опять тащит против нас, опять полфигуры против. Потом снова следующий уже, только если повторный вход, только вот здесь он мог удастся, когда против нас пошли на 150, а в нашу на 1284. Только вот так можно было этот тренд взять, потому что изначально вот этот тренд здесь начался, но вот эти коррекции в любом случае будут нас выбивать из рынка, потому что трейдер психологически не будет готов этот минус против себя держать. Поэтому только вот здесь реализуется сделка. Но тут опять-таки психологически не каждый трейдер и готов заходить повторно. То есть имеется в виду, когда вот первый тренд, понятно, как мы заходим, всегда заходим. Второй вот этот кусок тренда уже тут, как говорится, психология, ну, у каждого своя. Тоже отмечаем эти сделки, ну, как потенциально просто отметил, чтобы показать, да, вот, а дальше уже очень сильно будет психология играть. Вот в данном случае повторные входы – это очень психологическая такая штука важная. Если по другим валютам нет ситуации, если нет других сделок, то да, трейдер может на это пойти. Но вот я, например, очень вот эти повторные входы, так к ним, вот, ну, к такого рода входам, да, когда вот цена против нас пошла на 670, то есть она показывает, что не очень сейчас тренд, не самое время, да, то вот тут повторные входы делать, ну, реально так не очень психологически комфортно. Хотя трейдеры, в общем-то, психология у всех разная, и вполне можно, так скажем, реализовывать эти сделки, если психология позволяет. Так, вопрос у нас у Сергея. Заход в рынок – это касание цены нижней или верхней границы? Да, я вот скину ссылочку, там в описании модели посмотрите. Но, в принципе, в первом приближении – да. То есть лонг – это касание верхней границы, шорт – это касание нижней границы. Дальше происходит управление позицией. То есть ни в коем случае мы не там просто типа того, что зашли и там ждем у моря погоды, а именно внутри управления позицией. То есть оцениваем, насколько ходили в плюс, насколько ходили в минус, оцениваем это соотношение, оцениваем, как ведет себя рынок, и показывает нам, что происходит с этой сделкой. Если она начинает болеть, ей становится очень плохо, она идет против нас, то мы ее уже идентифицируем как плохую, да, и стараемся либо в безубыток закрыться, если даст шанс, либо уже выходим по стоп-лоссу, ну, либо она там как-то изменяет свое поведение, и мы начинаем ей давать надежду на то, что она пойдет в нашу сторону. То есть происходит управление позициями. Ну, это, как говорится, вот, если будете наш аналитический обзор ходить, со временем все это поймете. Все очень несложно, это простые модели. Так, далее иена. Иена, вот здесь мы тоже, помните, отметили коррекцию. Ну, напомню, что глобально сейчас у нас идет нисходящий тренд в рамках
нашей трендовой модели ленивец. Вот здесь мы отмечали тоже коррекцию. Она была модельная, системная. Вот тут, помните, 195 пунктов у нас стоп-лосс в трех значке по иене. Вот 195. И вот в нашу сторону проходит это расстояние. Но тоже сделка без розовых очков нулевая. То есть тут слишком маленькая прибыль, чтобы фиксировать. Дальше откат происходит. То есть это тоже в дневник сделок я все закину. Со всеми этими показателями все это у нас будет. Дальше, вот обратите внимание, тоже очень неприятная ситуация. Почему? Потому что коррекция опять, как и по фунту, становится, заходит в другой масштаб. То есть здесь уже коррекция не 5-минутная, да, и даже не 15-минутная, вот даже 30 минут специально отмечу, вот уже какая коррекция. То есть коррекция совершенно иного масштаба, но в данном случае пока 15 минут. И не каждый ее отметит, не каждый ее увидит. То есть тут уже будет субъективный взгляд трейдера. Опять-таки, чтобы, так скажем, получить этот опыт. Так, параллельная линия сейчас что-то не рисуется, придется вот так рисовать. Да, вот у нас есть вот эта коррекция уже большего масштаба, то есть тоже их нужно научиться видеть. И если трейдер, допустим, ну, там, так сказать, ее идентифицировал, да, увидел, тогда у него будет шанс зайти. Но это коррекция большего масштаба, в том плане, что не час 5 минут, как мы обычно смотрим, а час 15 минут. То есть тренд тот же самый, а коррекция уже не с 5 минутки берем, а более протяженная, с 15 минутки. Даже на полчаса она запрыгивает. Вот здесь происходит пробитие. Стоп-лосс за максимум предшествующий пробою. То есть у нас достаточно приличный уже стоп-лосс. Минус 624. Минус 624 вот здесь у нас хай. И тоже вот цена против нас идет реально на 214. Это хороший показатель. То есть мы движемся против нас на треть от стоп-лосса. Это психологически более или менее комфортно. Дальше уходим в плюс. То есть у нас получается определенное соотношение. Тоже все это закину в дневник сделок. Все это там будет. Ну и пока вот в этом тренде мы пребываем. И опять-таки здесь обратите внимание на коррекцию большего порядка. То есть на 15 минутке мы видим подтверждающийся минимум MACD, и уже вот такая коррекция вырисовывается. Очень некомфортная. В тренде идем достаточно долго. Уже вот видите 5 фигур. И вот здесь, представьте, заходить на 2,5 фигуры, отстоя от средней. Очень некомфортный психологический вход. Но благо вот здесь у нас были уже положительные тренды, но тоже все это в дневник сделок закинем. То есть, так сказать, образовательный процесс по данной модели у нас в любом случае будет проходить, но я надеюсь, это понятно. Модель такая специфическая, в том плане, что требует субъективной оценки, поэтому, как говорится, не каждый трейдер ее, эту модель будет проторговывать. Но она, тем не менее, трендовая. Далее, по модели черепаха у нас... Так, сейчас вопросы возникают, Сергей, да, сейчас отвечу. И про индикатор сейчас вот разберем, тут уже у нас немного. А, значит, иена, да, вот начался нисходящий тренд, тоже все это в ночь новостей, все это мы фильтруем, в том плане, что только в крайнем случае, вот тут у нас, помните, мы говорили, возникает сигнал, дальше идет движение против нас, то есть, откровенно говоря, вряд ли мы в эту сделку влезем, ну, действительно, потому что после новостей очень сложно, тем более вот здесь движение против нас, мы в нуле выйдем, потом новости, и поэтому не будем приписывать ту сделку, которая вряд ли у нас будет. То есть, по модели, да, нижняя граница пробивается, тренд есть, он даже полторы фигуры, он даже очень красивый, вот эти параметры у нас есть, я их тоже отмечу, минус 5, 7, 5. То есть в любом случае был потенциал, но так, 1462, но опять-таки новости — это такая штука, когда мы фильтруем движение, поэтому только, так сказать, самые стойкие, кто быстрее всех лезет в рынок, да, вот новости прошли, там прошло несколько вот там часов, если трейдер вот зашел, ну, в рамках данной модели, то значит зашел. Далее, что интересно, вот здесь у нас пробивается верхняя граница, пробивается очень паршивенько, сделка сразу показывает, что она ни о чем. То есть, видите, нет движения в нашу сторону, коснулась сразу против нас. Дальше против-против, и все это против. Оно, благо, против не на такую большую величину, но все-таки значимую. А вот дальше происходит следующая ситуация, то есть тоже все это я отмечу, сейчас просто уже побыстрее, потому что у нас время заканчивается.
нашего обзора, вот все это закину в дневник сделок. Дальше вот уже начинается значимый тренд для нас. Тоже, видите, он начался не так быстро, как нам хотелось бы. То есть первый час кольнули, откатили, даже пошли против. То есть изначально у нас минус 347 мы ходили все-таки. И далее уже пошли в нашу сторону на 1438. Все цифры в трехзначной системе по иене. То есть вот здесь как раз тренд уже нормальный был. Вот тот стоп-лосс, который вот здесь мы ловим в любом случае, мы вот здесь окупаем. Идет откат, боковик, очень большая вероятность, что трейдер просто прикроется. То есть тут уже в любом случае мы должны оценивать цели. Помните, да, что у нас есть FIBA, есть дивергенция. 161.8 первая цель вот здесь, 202 вот здесь, 261.8 вот здесь. То есть все самые оптимистичные цели были достигнуты. То есть с этого тренда, по сути, нам уже ловить нечего. Потому что все, что здесь только можно, уже посрабатывало. Тоже в дневник сделок все это закинем. Вот здесь, если говорить про эту ситуацию, что у нас здесь происходило, тоже вот по целям давайте отметим. Дневник сделок тоже закину, все это будет. Что здесь? Здесь только 161.8. Вот тут мы кольнули. От волатильности берем это значение. Ну, дальше оптимистичные цели мы уже потом, может быть, реализуем. Но здесь происходит смена тренда в рамках данной модели. Поэтому вот здесь мы 161.8 реализовали. Тренд сменился, потом снова сменился. И мы уже в новом трендовом движении отмечаем новые цели. 161.8, 200, 261.8. Ну и про дивергенции помним, да, что тоже необходимо оценивать. Здесь пока ее не было, то есть минимум обновляются. Только на 5-минутном, но 5-минутный мы не смотрим, то есть дивер мы смотрим по 15-минутным в этой модели. Поэтому здесь с иеной все понятно. Так, ну и канадец тоже очень быстренько давайте посмотрим. Просто отметим тренды. У нас есть тренд сейчас, ну, был нисходящий, меняется на восходящий. Очень большая волатильность, обратите внимание, очень неприятная. То есть тут нам очень сложно что-либо проторговать. Из того, что у нас было, тоже в дневник сделок скину. Вот была коррекция, вот она пробивается, вот ее тащит обратно. Эту сделку тоже закину. Все, после этого, по сути, уже меняется тренд. Мы уходим наверх, потом вот здесь вниз, снова наверх. И вот тут, видите, поймать что-либо не было возможности. Вот эта коррекция единственная адекватная, стопится. Все это отметим в дневник сделок. А дальше просто вот колом вниз и вот голый минимум. То есть тут никакой коррекции отметить нельзя. Сейчас мы уже уходим на смену тренда, то есть выше средней. Поэтому канадец, канадцем пока пролетаем, потому что нету движения. Вот здесь по второй трендовой модели, да, что происходит? Вот эту мы отмечали уже сделку, это у нас дивергенция. Тут хоть против нас двигались, потом пошел в тренд. Тем не менее, это уже, как говорится, не наша история, потому что сделка реализовалась до этого по диверу. Дальше следующий трендовый кусок, который нам интересен, это пробитие верхней границы вот здесь. Тоже, видите, против нас двигалась цена на очень маленькую величину. 290 в дневник сделок тоже все это закину. Все это у нас останется. Ну и пока ссылочку тоже вот скину на само рабочее пространство, на дневник сделок, вот она сейчас в чате. И потом цена идет против нас, тоже очень быстро, ничего, к сожалению, тут не сделаешь. Пол фигуры, вот сюда мы проходим. Это тоже стоп. Далее в нашу сторону тренд 579, пол фигуры, ставим без убыток, цена разворачивается, нулевая сделка. И вот сейчас тренд новый, опять восходящий, зарождается, и пока вот в нашу сторону там 100 пунктов проходит в пятизначке. То есть канадец очень волатилен, благо здесь были вот определенные сделки, но пока вот, видите, все это, так скажем, нас нервирует в том плане, что вот тут там у нас было 300 пунктов, да, то есть здесь, ну, пока около нулевая торговля, 300 пунктов прибыли, вот здесь у нас 290, мы не успеваем выходить, 500 убытка, то есть мы минус 200 пунктов, сейчас плюс 100, в итоге минус 100, то есть мы торгуем сейчас около нуля по канадцу в этих трендах, то есть очень волатильный, к сожалению, не получается взять. Тут до этого были хорошие тренды, но пока он, видите, ведет себя, так скажем, паршивенько. Вот такая картина. Сейчас посмотрю вопросы. Так.
Скажите, так, это, помните, индикатор Denchan Channel, либо Price Channel, сейчас скину ссылку на то, где его можно скачать. На сайте MQL5 индикатор лежит, оттуда качаете, в MetaTrader его вставляете, и он будет у вас работать. Так, вы сказали, что эти модели простые, а какие сложные, когда о них рассказывать? А сложные мы брать не будем, потому что, собственно говоря, сложные вы сами придумаете. Мне кажется, что ключ как раз в простоте. То есть если модели простые, они рабочие. Если слишком сложные, уже с ними сложнее. То есть я, по крайней мере, стараюсь разбивать модели в любом случае на простые куски. И понятие сложное – это очень такое понятие относительное. То есть для меня это сложно, это одни модели, для кого-то сложно, это там какой-нибудь арбитраж, там, не хит, там такой хитрый, да. Вот. Значит, дальше. Сергей пишет, на МТ4, это МТ4. То есть то, что MQL5.com, не обращайте внимания, сейчас MQL4 и MQL5 это языки, язык программирования практически один и тот же, то есть там различия, которые вы не заметите, если не будете там глубоко копать вообще там самые дебри. Это языки программирования братья-близнецы, поэтому просто берите этот индикатор, вставляйте, все будет работать. Так, ну что ж, вроде разобрались. Что ж, коллеги, радует тренд по евро-доллару, по фунту, в принципе. То есть в разных моделях у нас появляются трендовые куски, рынок все-таки формируется. С точки зрения трендов на эти новости закладывается, мы видим эти тренды. По канадцу сейчас наиболее такая неприятная ситуация, то есть идет такой волатильный боковик, где тоже тренды сложно взять по данным трендовым моделям, просто в силу того, что уж слишком размашисто себя ведет. Ну, в целом, вроде разобрали ситуацию, я надеюсь, что она понятна. Будьте аккуратны, на этой неделе все-таки важные новости. Ну, естественно, то, что есть тренды, это радует. Что ж, коллеги, до завтра. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.